Семенюк на Сильвии. С 15. Против него. Ну что, все, мы во Владивостоке. Вот так вот. Свозил я, в общем-то, на курорт Галину Андреевну в Рязань. Рязанский курорт. А сегодня у нее день рождения. Давайте ее все дружненько поздравим. Улучшится, быть может. Приседает на заднюю ось это Сильвия в ливрее Pacific Racing Team. И вторая внешняя. И устремляется к первой перекладке Дмитрий Семенюк. Исполняет этот элемент. Здесь можно было, наверное, пошире, но для тач был достаточно не готова. Есть третья внешняя вдоль дальней линии разметки. Проезжают задние колеса Сильвия с 15. А хорошо получилось. Так, ну все, приехал на Бора-Бора. Местная. Все как в этих. Девочки тоже красивые. Морюшка. Ну все. Чем не Бора-Бора? Так, ребятки, хочу вам сказать, что водичка просто, я даже не припомню такой теплой. 28 градусов горят. И черешенька. Галина Андреевна. Настя тут скрывается. И Санечка. Короче, нормально мы тут тусим. Короче, у нас своя Бора-Бора, действительно. Только девчонки все равно хотят на Бора-Бора. А вы тут со своим Красноярском, со своей Рязанью, блин. Короче, не ценят, Красноярск нужно имеет. Переносить в Владивосток. Предложение делать. На Бора-Бора. Что ты, рукожоп? Ну да, чем это сейчас я вытирать? Вон, бабла у тебя, баксами? Вон, баксами вытирай давай. Разливает тут шампанское. Баксами придется вот здесь и... Вот так вот. Ну так и живем. Я знаю, тебе дешевле слетать на Марс, чем по Владивосток отсюда. Но это жизнь. Все хорошо, так? Let's go.